Коллеги, всех приветствую. Меня зовут Иван Кургин. Я являюсь инженером по применению инструментов компании Hoffmann. Как известно, компания Hoffmann – это комплексный поставщик качественного инструмента. Помимо режущего, слесарного, измерительного и вспомогательного инструментов, мы предлагаем клиентам различного рода приборы и устройства, помогающие добиться повышения качества и надежности технологического процесса. Одним из таких устройств является прибор предварительной настройки инструмента Garant VG1. Это прочный и надежный прибор для измерения и предварительной настройки режущих инструментов непосредственно у станка или на участке подготовки инструментов. Давайте переместимся поближе, чтобы ознакомиться с основными узлами и функциями данного прибора. Прибор имеет надежную конструкцию. За счет жесткого устойчивого основания достигается высокая стабильность измерений. Для установки инструментальной сборки на корпусе прибора предусмотрен шпиндель с базовым конусом СК-50. Режимы работы шпинделя – это свободное вращение, это индексированный поворот на 90 градусов с фиксацией в четырех положениях, а также стопор шпинделя. Для работы с другими инструментальными конусами предусмотрена возможность установки в шпиндель сменных переходников. Для получения изображения с высокой детализацией применяется цифровая камера с 25-кратным увеличением. Быстрая предварительная настройка по обеим осям производится одновременно, одной рукой. Точная настройка осуществляется при помощи маховиков микроподачи. Весь процесс измерения отображается на 15-дюймовом сенсорном экране. Здесь же представлены основные функции, доступные для пользователя. Это получение фактических размеров инструментальной наладки. Это измерение радиусов и углов режущей кромки. Определение максимального размера среди нескольких зубьев. Измерение расстояния между элементами и другие. Для работы используется программное обеспечение на русском языке. В качестве опции имеется возможность подключения клавиатуры и принтера для печати результатов измерения. Для работы прибора предварительной настройки инструмента Garant VG1 требуется однофазная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт. Несомненным плюсом является отсутствие необходимости подключения сжатого воздуха. Прибор Garant VG1 – это современное устройство, позволяющее значительно сократить время наладки оборудования. Для получения подробной информации обращайтесь к специалистам компании Hoffmann в вашем регионе. Благодарю за внимание. Всем отличного настроения и до новых встреч!